Обыкновенный хомяк когда-то был бичом сельского хозяйства по всей Европе. Долгие годы с этими зверьками боролись любыми возможными способами. Но теперь хомяков нужно спасать. 20 лет назад самки этих грызунов стали приносить меньше потомства, и численность вида неуклонно сокращается. В июле этого года Международный союз охраны природы внес хомяков в список животных, которым угрожает исчезновение. Обыкновенный хомяк, он живет в степях, лесостепях, и как любой вид, очень важен для существования вообще нашей планеты. Как минимум, он занимает важную роль, так играет в пищевой цепочке, и он питается насекомыми, и многие хищники питаются. Во-вторых, он делает очень сложные, такие глубокие норы, и этим способствует процессу почвообразования. Хомяков стало намного меньше и в Западной, и в Восточной Европе. По данным Международного союза охраны природы, если не принять мер, то вид может исчезнуть уже через 30 лет. Между тем, в России надеются, что хомяки не вымрут. Россия очень большая, и на самом деле у него очень широкий ареал. И хотя повсеместно во многих районах численность падает, но в целом пока его достаточно. В Европе там более с ним поборолись, и там была более критическая ситуация, и сейчас они принимают меры спасения. Раньше самки хомяков приносили до 20 детенышей в одном помете. Теперь не более 7. Специалисты пытаются понять, что вызвало проблему. По всей Европе наблюдается развитие сельского хозяйства, и часто фермеры выращивают только одну культуру. Возможно, хомякам так выживать труднее. Также могут играть роль применения пестицидов и изменения климата. Ученые намерены продолжать исследования, чтобы выяснить причину падения рождаемости у хомяков.